Хей, окей, с вами Шумки, мы продолжаем родить рук под названием Dark Souls 2. Так, в прошлой серии мы убили босса, и нам за это дали охерительную душу. У нас есть одна ароматическая ветвь былого, и я вот думаю, использовать ее либо для того, чтобы восстановить челика, хотя у нас с вами есть несколько вариантов. Во-первых, пойти в крысам поставить камень и пойти куда-то дальше. Во-вторых, спуститься в яму, там, где помойка. С помощью ветви былого мы можем вот там челика восстановить. И я вот думаю, что нам все-таки сделать. Давайте, наверное, то, что полегче. Отправимся к крыским. У крыс мы с вами сейчас вставим кнопочку. Вот я посмотрел, некоторые камни здесь нету как в виде ловушек. Так, вопрос, мне это нужно или здесь? Давайте сюда. Ой, блядь! Вылезла, но все-таки. Так, шепот отчаяния и факел мне дали. Так, я вижу проход. Так. Шепот — это у нас заклинание. Шепот отчаяния. Эта порча провозглашает слово тьмы. Эхом отчаяния, снижающее защиту врага. Тьма украшает мир черным покровом. Мертвый штиль, мертвое спокойствие. Катализатор, посох. Так, и факел. Ну, факел у нас как бы был на час, так и остался. Не разрушится? Ой, а я их не заметил. Странно. Кажется, что это крыса, на самом деле там крыса вышла. Ядовитый мох, две штуки. Wait, what? То есть... Серьезно? Я камень зря использовал, я мог просто сюда тогда зайти. Собрать все, что здесь было, да и все, и вернуться обратно путем, как я сюда пришел. Ладно. Минус камень. Ну что поделать. Так, давайте тогда отправимся. Отправимся мы куда? Холм грешников. Я даже не знаю. Типа, как вариант, все-таки погнали в Маджулу и пойдем там дальше по пути. Либо можно попытаться по помойке полазить, посмотреть, что можем найти. Тоже как вариант, все равно человечность у меня есть. А челики, которые там, как я помню, там они еще за дверями прячутся. Они там ядовитые, очень сильно ядовитые. Так, здесь, конечно, мне желательно будет сейчас задеть колечко. Ой,
Капюшон заключенного. Что-то так вибрирует. Оп. Точка призыва. Так, вещи. Капюшон, да, мне дали? Капюшон заключенного. Это тряпье, которое носят пленные полы. Очевидно, это носили на голове. Не более чем изорванный кусок ткани. Все еще хранит зловещие полога. Эффект. Увеличит шансы найти предметы. Я понимаю, что... Ой, я мог, в принципе, туда-то... Туда... я могу скатиться и упасть, я понял. А у меня, в принципе, без вариантов. С другой стороны. Да? Там что-то по-любому лежит ценное, я не могу это забрать. Ладно. Факел. По идее, я, скорее всего, это могу поджечь. Ну, блин, я не знаю. Хотя... Ну, на всякий случай я зажег, чтобы подняться. Я бы этого прохода тут и не увидел, на самом деле. Мне кажется, я и так нихера не вижу. Что с факелом, что без факела. Мне интересно, как узнать, какой факт, какая херь это будет плюваться, а какая нет. Ну я спрыгну, окей, а дальше куда потом? Так, лестницу нужно... А, это даже не лестница. Так, там мясо висит. Нихера там вещей сверху. Блин, вот не упал бы. Хотя я могу вернуться. Вот обидно будет, если, конечно, враги будут потом снова возрожденные. Ладно, плевать.
Так, темная. Я не хочу туда идти, к тому челику. Настя, это у меня... Да. Так, а взрывчатки у меня вообще, да, нету? Давай. Будем по одному. Сначала с тобой. Потом с той херней ходячей. Это было опасно. Так, теперь я это не подожгу, я понял. Эта локация херовая тем, что она темная. Очень темная. Отравленный металлический ножик. Хотя я могу сделать очень просто. Пронесло. Ну, как говорится, Бог любит двойку, тройку. Я лучше подожгу здесь все, что мне нужно, чем буду потом ходить и мучиться. Так, пока потушим. Пока что. Без солдатика. О-ху-ху-ху. Ароматическая ветвь. Я чуть не упал. Гладкий шелковистый камень. Гладкий шелковистый камень. Мерцающий титанит. Мерцающий титанит. Хорошо. Человеческая фигурка. Тоже хорошо. На удивление, что я не отравился. Либо это херня, которая ломает предметы. Уже не вспомним. Ё-моё. Так, ну мне кажется, на 56 минут мне должно хватить. Ага. Так, а теперь сейчас будем думать, куда мне идти. Как вариант, я могу попытаться туда запрыгнуть.
На мост. А если тут хикбокс, а ну-ка. Нет, можно попытаться. Но стоит оно того. Я теряю человечность. Хотя мне человечности до хера. Да. Круто. Вау. Великолепно. Да ладно. Если бы я не упал, я бы все равно прошелся, да, здесь? Знает. Круто. Шесть тысяч. И это делаю ради 6000. Ладно. С первого раза ни у кого не получается. Давай сюда, приятель. Факел. Факел, спасибо. Пробуем или нахер надо? Думаю, нахер надо. Задолбался. Оружие, если что, на тьму заряжено у него. Нет! Отравление тупое. Я еще камень использовал, ё-моё. Нет, спасибо, я понял. Лучше без темноты, ну, без света сюда не ходить. Ядовитые статуи. Черная огненная бомба. Давай факел. Факел дай. Факел гони. Факел. Ну ладно. Не факел.
Ну хоть не травануло. Ага. Я уже понял, что нужно все статуйки лучше уничтожать. Ух ты ж, ё-моё. А, я бы еще мог и тут упасть. В дырочку. Они специально так делают, что... чтобы людишки падали. Нахера ты лезешь? Мне интересно... Вот это он улетел. Так, меняем. Так, вопрос, я здесь был? Лох. Ой, блядь! Ты чё так пугаешь, идиот? Но с теми я не хочу драться. Желание нулевое. Хотя там что-то хранится. Ладно, плевать. Черная бомба. Так, так, так. А чё тут? По идее, я туда могу перепрыгнуть запросто, но мне кажется, будет потом расстрел. А мне, в принципе, некуда больше идти. Ладно. Так, одно пятно, да, попало по мне, получается? А, вот, по пятнам можно понять, какой из них ядовитые. Хотя они все зеленые.
еще что я тебе сломаю? А, могу сломать. О, аллилуйя. Костерчик мой родной. Хотя бы могу уровень понять. Мне прикалывает то, что на остатке я могу покупать эти кристальчики. У меня этих 61 кристальчик. Не, они на самом деле очень сильно помогают. Я понимаю, что жопа происходит. Как переключить? Ну, вот это, допустим, я вообще не использую парирование. Как переключить? Я хочу факел поджечь. Стоп, а если я подожгу, куда я пойду? А вот врата есть. Сказал я. А, я че туплю? Иди в сраку, я от этого подожгу. А я замечу, что у меня... А, нет, забирается хп. Типа, я не могу прыгнуть на эту платформу, хотя она есть. Что за хрень? Почему я не могу приземлиться на то, что я вижу? Ну, я типа смотрю, вижу доску. Я думал, туда типа можно попасть. И там есть проход. Как раз вниз прыгнуть. Можно было бы. Хотя бы. Как? Ну ладно, у меня сейчас все равно уже хп не будет так много. Хотя, с другой стороны, мне это не надо. У меня есть человечности много. Ну, я так считаю, что много. Свидание. Чё ты хочешь от меня? Что такое? Что ты мордусы щуришь на меня? Надо бы тут стрелы понакуплять еще. Может, улучшить лук? Знаете, сейчас самое прикольное то, что я его убью. А потом я упаду.
Нет, не упал. Ладно, давайте думать, куда идти. Хоть свети, хоть не свети. Я понять не могу, куда мне идти. Но... ну туда я попасть никуда не могу. Тут спуститься я как бы тоже никуда не могу. Типа здесь only safe и все? Допрыгнуть я не допрыгну. Каев. Каев, если это серьезно пустое просто место. А-а-а. Теперь понятно. Привет, что там делаем? Во, 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 во. Я слышу звук, думаю, да ничего страшного, наверное. А потом понимаю, что да, да, почти ничего страшного. Так, вопрос, куда эти лестницы ведут? Он пока удар зарядит. Охренеешь. Место страшное, место страшное. Я понял. Я слышу цепи. Самоцель жизни. А значит, здесь где-то взрывной челик. Пиздец. Надеюсь, он суициднулся. Значит, испугался. Так, огромная дубина. Гигантская деревянная дубина, сделанная из ветви огромного дерева. Ее цель — крушить врагов после, но невероятно эффективно против обычных щитов.
Ну, слушайте, она хорошая. Ну, блин, но все равно, типа, лучше прирост, пускай будет у моей. Так, туман тьмы, факел. Очередное заклятие. Порча на время создает густое облако тумана. Вдохнувший этот туман немедленно получает отравление. Эту порчу по причине невиденных симптомов относят к отравлению, но на самом деле она поражает самую сущность жертвы. Именно такие особенности порчи привели к ее запрещению. Нужно посох. Так. Где мой динамит? Ха! Хороший обман. Почти поверил. Так, значит, мне нужно сейчас куда-то подняться, где вообще факел мой? А вон огонь горит. Серьезно. Ну ладно, у меня есть осколки и хпшки, поэтому отхилимся. Но он снова не прыгнул, ну чё, я виноват. Ладно, поднимемся здесь. Возьму сразу с огнем буду ходить. А, так сюда еще приземлиться можно, оказывается. Не хочу рисковать. Черная расселена. Ну, слушайте, куда-то, да куда-то мы все-таки с вами дошли. Давайте тогда, думаю, с вами на этом закончим. В следующей серии продолжим, да? Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.